Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Five Nights at Freddy's Sister Location. Мы продолжаем. Третья ночка. Ну что, давайте посмотрим, что нас там ждет-то. Почему ты не хочешь меня отправить играть с ними, с ней, с ними? Ты не мог бы это сделать ради меня? Короче, понятно, что нихера не понятно. О, опять Япона, мать, а? Where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? Почему я увижу ли свою семью, что будут друзья там думать обо мне? В общем, короче, что-то несет уже не по теме, походу. To help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance. Мы за кого хоть на этот раз сыграем? Using the keypad below, please click the first few letters of the musical selection. С каждым разом все лучше и лучше. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Хорошо. Наслаждение, полные штаны. Давайте быстрее уже доберемся до места назначения, посмотрим, что у нас там будет. Я так полагаю, каждый раз мы новым лицом играем каким-то, да? А, прибываем все в одно и то же место. Ночь третья. Так, а где? Где курсор-то? Курсора нет! Курсор где? А, вот он. И чё? Так, свет выключен. И поползли. Кстати, а тут есть что-нибудь вообще на старте? Что-нибудь можно сделать? Нет, ни хрена нельзя. Ну, погнали. Посмотрим, к чему это все в конечном итоге хотя бы приведет. Хоть бы субтитры были бы, а? It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Ни хрена не успешно, говорит. Конечно, все сделаем. Давай проверим ее, давай проверим. Ну-ка, вот. А что там все так на куски? Похоже, все нормально, говорит. Вообще ништяк. It's important to make sure she's on her stage before entering. А Фокси свалил куда-то. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on. О, говорит, все нормально. Какой нормально, ни хера не нормально. Proceed directly to Funtime Auditorium. Вот он каждый раз говорит, что надо делать, то есть каждый раз он заново все объясняет кому-то, и каждый раз кто-то погибает, по всей видимости. Кстати, смотрите, он говорит: вперед проследуй. А у меня есть проход справа. Нормально. А ну-ка, что справа будет? Что-то открыто там говорит. О, флешка. Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. Комната должна быть темной, говорит. Flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Так, короче, осветить и ничего не сбить. Proceed forward to reach the parts and service room. Говорит, свети там периодически, чтобы ничего такого не случилось. Ну и куда? Куда идем? Так. Вау! Иди нахер! Так. Тихо. Иди нахер! Бля! Вот скотина, а! Ой, пидорас, а, ушастый. Ладно. Чё мне предлагаете-то? И, говорит, комната должна быть темной. Темной. Но как мне сделать максимальную темноту и в то же время светиться умудрять? Умудряться светить. Погодите, могу прямо, могу... А что если будет, если я прямо пойду? Ага, смотрите, то есть вот так вот, да?
Ну давайте посмотрим, что здесь. Значит, там у нас Фокси гуляет. Надо быть как-то... Давай. Быстрее. Все. Добрались. Что у нас тут? А тут ни хера и нету, собственно, поэтому идем назад. Посмотрим, как мы с Фокси сможем разобраться. Блин! Вот зараза, он то есть на свет реагирует, оно-то и понятно, но только погодите. Помнится, во второй части он боялся света, если ему фонариком в рыло посветить, то он сразу офигевал и отступал. А тут, типа, нужна комната, чтобы темная... Я понял! В предыдущей серии женский голос говорил, мол, нихера не слушайте инструкции и делай все шиворот на выворот, и тогда проканает. Может быть, здесь такую же надо схему применить? Как думаете? Так, shift. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark. Он активирован, и нужно, чтобы было в темноте все. You have been provided with a flash beacon. Снабдили этой, как бы, камерой, вспышкой. However, use it as sparingly as possible. Угу. Proceed forward to reach the parts and service room. Используй как можно чаще или как можно меньше. Блять! А ну-ка погнали. А если я буду в темноте идти? Так. Иду налево. Налево иди. Иди налево! Бля! Да я... Ой, блин, а ну как так-то, а? Как же надо делать-то? Использую как можно либо чаще, либо как можно медленнее. Нихера непонятно. Блин, как же это слово-то, елки-палки? Как можно меньше, наверное. Давай, побежали просто. Ага, понятно. Короче, все понятно. В общем, смотрите, какая ситуация. О. Нифига себе. Давай ты поднимайся, время уходит. Я, короче, понял. Я сейчас буду действовать аккуратно. Опа-на. Есть. Все. Так. Во. Все. Отлично. Идем. Может быть, получится. Так. Есть. Отлично. Недурно. Вот, идем до конца. Нет, а музыка-то все-таки классная, знаете ли, прям так во времена Дэнди отсылает. Давай. Есть. Во. Ой, бляха-муха! Короче, надо было прямо прыгать. Вот где не видно, короче, всегда надо прыгать, походу. Может быть, тогда как-нибудь проканает. Забавно, мини-игра это появляется уже второй раз, кстати. И второй раз я проваливаюсь куда-то. Тут... Надо как бы запоминать все это дело. Да погнали! Чё ж уж теперь. Давайте будем светить. Так. Ага. Так. Ага. Так. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Во. However, use it as sparingly as possible. Ага. Proceed forward to reach the parts and service room. Все. Пошел нахер! Давай. Не видно ни хера! Ах ты, зараза! Так. Ах ты, тварь, иди нафиг! Иди нафиг, тебе говорю! Так. Не, я сюда не пойду сюда. Пошел ты. Во.
Все. Где он? Не вижу. Ах ты тварь. Так. Давай, 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 давай. Совсем рядом. Рядом. Бляха-муха, этот пидорас рядом где-то, сука, тварь. Давай. Давай. Блин, я неужели я подхожу? Я успел! Успел! Э, бля! Great job reaching parts and service. Отличная работа. Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. У него энергия кончилась. The chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the face plate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Короче, нажмите на кнопку на нем. Надо его распаковать, как бы разобрать. И чё? А где кнопка-то? Чё-то я не понял. Так. Нихера непонятно. Тут рука. Тут кнопка. Говорит, жмите на кнопку. Рядом с хер пойми чем. Погодите. Ну что, мне все подряд, что ли, прикажете нажимать? И главное, не появляется никакого этого, активации там, что-нибудь, режим. Ну и чё, я жму. Ноль эффекта. Глаза нет. Как бы вот эта кнопка, скорее всего, но она что-то не активна нифига. Блин, да как тебя активировать-то? На чё сжать-то? Угу, может быть тебя? Так... Нет, это тоже фигня, в принципе. Так, 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 так. Ну что, коль такая херня творится, переходим в режим, нажимаем все подряд. А это что такое? А, вот! Great. Now кнопочка. Locate the button under his left cheek and press it. На щеки, елки-палки, на щеки надо нажимать. Вот кнопочки. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Над правым глазом. Блин, над правой, над какой стороне? Над твоей или от меня или от тебя? Вот. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Ага, вот он. Ой! Тихо. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Угу. Опять. Приехали. Нажмите кнопочку внутри скелета. Которая? У тебя их тут много. Так, стоять. А, тут они, в принципе, вот они их дофигища как бы. Good job. Ага, вот. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Джо. Какой... Ну, чё это? Челюсть, по-моему. Челюсть это, рот, пасть. Большая кнопка. Где большая? Ну где она тут? Ну вот хер его знает. Так. Это не та, не та, не та. Они все маленькие. Тут как бы... Good job. The faceplates should now be open. Ага. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Большая кнопка. Вау! Excellent. The chest cavity should now be open. Ух ты. Remove the power module from the chest cavity. Понятно, из грудной клетки удалить силовой модуль. Что, на это нажмем? Great work. Ага. You will now be required to remove the secondary power module from второй the Bonnie модуль. Hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Большую черную кнопку нажми, говорит.
чтобы открыть где-то со стороны игрушки. Это что еще за нахер? Смотрите, да? Выбрался! Твою мать, только этого мне не хватало. Ага. Игрушка-то отвязалась. А может быть надо на игрушку? На игрушку надо нажать. Иди нахер. Смотрите, не все так просто, ведь не дадут нам спокойно нажать и убрать все это дело, да? Так. Press the large black button ага. Beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Нужно на большую кнопку Бонни нажать. Только Бонни сыт, походу. Угу. Где он? Бонни! Бляха-муха, надо успеть на ему на нос, что ли, нажать? Так. Ах ты, тварь! Ладно. Блин, ушастый, не доводи до греха, а? Ах ты, черт. Так. Ну, где-то там, а? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ага. Как же мне... А, он, наверное... Так. Блин, а? Большую, говорит, черную кнопку нажми. Блин, шкребется, лазит, а? Скотина! Бонни, мать твою! Да... Блять! Охерительно я нажал, однакось. Так охерительно, что меня опять выбило в мини-игру. Давайте хотя бы здесь попробуем. Жуй! Жуй! Так. Во! Ага. Все. Так. Допустим. Все, идем. Самое главное там не провалиться, где я первоначально умудрился. Опа-на! Опа-на! Неплохо. Так. Все. А что если их надо всех накормить? Так. Всё, давай. Опа-на! Вот тут, короче, надо прыгнуть. Вот тут надо прыгнуть прямо. Раз! Да япона, мать! А ну как так? Как ты... Долететь ты не умудрился. И гейм-овера, естественно. Все потому, что этот вонючий заяц ём и вылетел на меня. Каким-то чудом. Нажмите большую кнопку. Сейчас нажмем. Сейчас нажмем. Да вы чё нахер издеваетесь, что ли, а? Опять к этому Фокси идти сумасшедшему. Я чисто случайно вообще умудрился пройти. Funtime Foxy is motion activated. Ага. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. Давай. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, всё? Use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Угу. Где он? Ага, вот он. Вот он. Короче, понятно, видим его и вспышками пугаем. Так. Вот он. Идем просто и смотрим. Тихо. Пошел нахер! Все. Все, тихо. Тихо. А, он здесь! Пошел ты! Короче, мы его как бы пугаем этими вспышками. И он сыкает. Так. Давай. Так. Тихо. Где ты там? А его, походу, уже нету.
Он уже все. Бляха-муха, да как так-то? Светил, никого нету. Чуть шаг вперед сделал, вылетела эта морда счастливая, а? Короче. Это просто ужас и кошмар какой-то. Давайте еще раз попробуем. Давай, погнали. Funtime Foxy is motion activated. Вот он. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Не повторяйся, чувак. As sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Так. Ой. Идёт. Все. Постепенно, постепенно мы продвигаемся. Вау, он рядом совсем. Так. Все. Так. Идем. Постепенно идем. Блин, а мне интересно, а че он все время башкой-то крутит так как-то странно, знаете ли, мол, я дурак, я дурак. Так, давай-ка, блин. Аккуратно. Ой. Ой. А назад? Назад, я говорю. Уйди от меня. Изыди, тварь. Все. Смотрите, а со всех сторон теперь появляется. Да пошел ты нафиг. Я, честно говоря, я вообще жму на все кнопки передвижения стандартные. Хотя, наверное, они тут от силы только несколько. Но я же ухожу. Все. То есть, видимо, когда он появляется, надо от него идти. Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Ой, он тут. Тут. Пошел ты. Пошел ты! Так. Все. Блин, а. Боже мой. Кстати, вот эти вот уровни по принципу добраться до двери самые жуткие, по-моему. Потому что остальное, по сути, как мини-игра какая-то. А тут прямо, знаете ли, и ходишь, и светишь, и херней страдаешь всякой. Так. Давай. Давай, 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 давай. Ой, 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 ой. Иди нахер. Иди нахер, я ж тебя свечу. Да пошел ты. Пошел ты. Так. Так. Блин. Нихера не видно. Вау. Стой. Стар. Ты. Короче, в пень. Хотя нет. Погодите. Я жажду пройти мини-уровень. Так. Все. Отлично. Все, давай, давай, двигаемся. Прям какой-то, знаете ли, кто помнит, игра на Винди была контра, в общем. Хотя нет, глупое сравнение. Там с автоматом стреляли, но никак не мороженым, там не кексиками. Так, опа-на, накормили. Давай ты поднимайся. О, в три рыла. А чё этот-то не нажрался? Я чё-то не понял вот этого вообще. Да перепрыгивай ты. Вот тут, короче, надо аккуратнее прямо. Надо аккуратнее, во. Точняк, надо, знаете, что сделать? Запулить и прыгнуть самому. Во! А чё за фигня? Он не пролетает еще, что ли? Ну, придется перепрыгивать. Придется перепрыгивать. Цель! Так. Наконец-то! Аллилуйя! Я прошел! И гейм-овер сход. Ну, конечно, моя награда. Тут, как всегда, уровни надо проходить. Как бы...
пытаясь найти какие-то секретные места. То есть не просто двигаться вперед, надо вообще, наверное, в другую сторону, наверное, двигаться, да? Сдохнуть где-нибудь в обязательном порядке. И что-нибудь такое да получится. Ой, караул просто. Этот Фокси еще... Засранец, ё-моё, просто в конец достал. Ну ладно, друзья, думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока.